Внимание. Баланс, баланс, баланс. Уже в четвертый раз в Пушкино проходит чемпионат и первенство Московской области по серфингу в дисциплине «Доска с веслом». В воскресенье на городском пляже «Золотые пески» собралось более 40 любителей сап-серфинга из 18 округов Подмосковья. Администрация нам активно помогает в проведении отдел физической культуры и спорта, поэтому мы очень им благодарны. Ну и, собственно говоря, то, что мы здесь уже четвертый год, подтверждает то, что это место для нас очень удобно, а главное, что оно безопасно. В соревнованиях принимали участие взрослые дети. В чемпионате мужчины и женщины старше 14 лет. В первенстве юниоры и юниорки от 10 до 19 лет. В чемпионате Московской области я принимаю участие уже второй год. Вот, в прошлом году у меня не сложилось. В позапрошлом году я приняла участие, нагребла на третий разряд. Вот, но разряд нужно подтверждать каждые 3 года, поэтому вот я решила 3 года не ждать, решила вот через год поучаствовать, чтобы, ну, или улучшить свой результат, ну, или хотя бы остаться на том уровне, который есть, надеюсь. Я приехала со своей группой поддержки, это мама и бабушка. Я занимаюсь САПом уже, идет 4-й год профессионально. Я планирую занять, естественно, 1-е место, постараюсь выложиться по полной и обрадовать вас тоже эмоциями. Спортсмены должны были пройти 3 дистанции. Первая – это техническая гонка. Участники преодолевали поворотные буи на время, которые расставлены на дистанции. Вторая – это спринт по прямой, в котором мужчины и женщины плывут 200 метров, а юниоры – 150. Третья – это марафон. Взрослые проходят 9 километров, а дети – 6 километров. На соревнованиях оценивалось время прохождения дистанции. От нашей команды выступает сегодня 19 человек. Это мальчики, девочки, мужчины и женщины. Вот ребята сейчас уже почти все отгонялись в полуфиналы. Теперь мы готовимся к финалам. Это у нас проходит техническая гонка. Далее мы еще будем сегодня гоняться в спринтах и на длинной дистанции. Для нас это является мероприятие отборочным. Оно главное и важное в нашей спортивной карьере. Оно является отборочным в сборную команду Московской области по серфингу, а также на чемпионат России. Алина Рогожина, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.